переводе с немецкого «галстук» означает «шейный платок». Этот небольшой отрез ткани имеет вековую историю, начиная с Древнего Рима и Китая. В нашей стране он появился благодаря Петру Первому. Следуя веяниям моды, в любой образ он неизменно вносит свою изюминку, строгость и торжественность. Приближается школьная пора, а это значит, нужно подумать о гардеробе. Мира, ты уже знаешь, в чем ты пойдешь в школу и на 1 сентября? У нас по уставу нужен белый верх и черный низ, но я хочу чего-то необычного. Я знаю, что тебе предложить. Галстук прекрасно дополнит любой школьный лук. Берем небольшой отрез ткани подходящего цвета. Вырезаем полоску необходимой длины и ширины, пара строчек и полдела позади. Нижняя часть нашего галстучка готова. Теперь нужно сделать узелочек, а он состоит у нас из прямоугольника. Существует более 80 видов галстучных узлов, но таким мастерством обладают далеко не все. Поэтому складываем готовый узел и пришиваем его к основной части. Мы соединили наши три детали – основу, узелок и подготовленную тесемочку с резиночкой. И теперь самый главный фокус. Продеваем язычок галстука в узел и можно примерять. Размер обхвата шеи регулируется резинкой или застежками. Ну вот, совсем другое дело. А если добавить еще и вот такую шляпу, ты будешь выглядеть стильно, неординарно, и твой школьный вид сохранится. Галстук не только украшает, но и обязывает. Он всегда был символом высшего сословия, этикета, образованности хозяина. А значит, в таком наряде в школу только за пятерками. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».